Так, V-Rising, на связи Чандер, Альмина, и мы идем за бумагой. А потом пойдем на медведя. Медведя бы уже, конечно, пора было убить. Ой, это кто-то 70%. Интересно. Разбойник 70%. Не везет нам, к сожалению, на два предмета, которые нам полезны были бы. Первый — это копье. Нет, первый — это шмот. Все-таки в первую очередь шмот. Без копья мы еще переживем как-нибудь на арбалете. Хотя бы арбалет нам выдали. Но нам бы еще хотелось бы копье, которое будет бить прям сильно. Чтобы вблизи можно было тех же боссов бить. Копье бьет сильней, по сути, чем арбалет. Ну, кушка именно конкретно, да? И плюс нам нужно шмотинку. Не хватает только перчаток. Мы все остальное уже раздобыли. Будут перчатки, будет хорошо. Сколько ты бумаги добыла, говоришь? 80. Отлично. Скинешь 50. Там дома еще есть. А я ее всю взял, и вот все, что осталось. К сожалению, каменные украшения. И изучай что-нибудь еще. Посмотрим. Чат, колдуйте, чтобы это была броня. Да. Они не успели наколдовать, но видишь, ты не зря ходила. Единственный момент, у нас не хватит кожи теперь. У тебя с собой нет кожи нигде? Шушить. Хватает на два комплекта? Мне хватило. Понятно. А тут три кожи нашел. Ну тут четыре лежит. То есть хватит, прям едва-едва. Угу, кожи больше нету. Одного не хватит. Одного не хватит? Да ладно. Кошечки не хватит. Медного слитка не хватит, Оль. Как раз таки кожи хватает, не хватает одного медного слитка. А чего вдруг кожи хватает? Там, и там четыре нужно. А, я уже, мне только перчатки нужны. А, да, да, да. А у нас реально нету одного медного слитка? Посмотри. Нету в столярке там где-нибудь? Там, кстати, кожа лежит. В столярке? Да. Проклятие. Короче, ребят, у нас проблема внезапная. Медного слитка одного просто не хватает. Ладно, сейчас быстро метнусь за медным слитком. В целом это вот сюда. Буквально один нужно раздобыть. Потом уже делаем тогда шматинскую, чтобы был 40-й уровень. Это уже хорошо. И мы пойдем на медведя. Какого уровня медведь? Погляди пока. Можешь понюхать его. 36. 36, медведь? Угу. Неплохо. Значит, на 40-м мы его без проблем сможем одолеть. Ну как без проблем? Не очень. Подготовь, кстати, все для высадки. Чем мне нравится арбалет, так это тем, что ты просто стреляешь, а он щит ставит против тебя, а тебе пофигу. Он, конечно, защищается, но не отскакивает снаряды. А если ты будешь его бить, то будешь оглушен. Да, против 16 уровней, конечно, мы уже сильные стали. Хотя в самом начале игры здесь было достаточно потненько. Пока не нашел медюку. Честно. О! Сотка волокна. Заживем. Как раз то, чего не хватало. Как раз то, чего не хватало. Ага. Ой, нашел 5 медных слитков. Все, я иду домой. Все нам медные слитки нужны будут еще на ящике. Да? Ну, переживем. Пока переживем. Ботинки безжалостного ночного охотника. Это не нужно.
Все, я бегу домой. Перчатки есть. И... ну тогда этот... Чел-медведосвин. Пойдем. Наверное, лошадь надо взять. Далековато. Собака дерется. Не мешай. Сколько же тут открытого пространства. Ужас. Ты морально готова к переходу с железа? Нет. Так, а я здесь заберусь? Я не готова, потому что меня избивают. Опять. У меня горит все. А... у меня горит только из-за того, что у меня подлаги опять начинаются. Опять перезайти надо. Я не знаю, что там надо. Понял. Так, ну я, наверное, от солнца выпью отвар. Тебе, конечно, нравится подгорать. А мне вот что-то не очень. Это не сильно такое помогает. Это да. А лучше, чем 25 у нас не будет, да? Только с этим. С пьедесталов. В конце игры. Да-да-да, будет. Но это прям самый конец игры. Так, ну ты хоть хряпни, отварчик. Какой? Куда ты сбежала? А как же покушать? Суп не доела, а уже побежала. Потом поем. Пойдем. Так, нам нужно далеко-далеко-далеко на восток. Или мы уже приближаемся? Хитро. Объеду с другой стороны. Вообще у медведя... а у ешки достаточно много. У нас, кстати, до сих пор нету никакого щита. Именно щита-щита. Хотя их в игре не так много. А, морозиборец этот. Он не дает щита-щита. Ой, я забыл, нам же нужен зерк. Точно. Морозиносец точно дает прыжок морозный. Морозный щит точно должен быть у кого-то. Здесь ставится зерк? Да, понял. Один из гробов мой. Привязал, вроде бы. Поехали. Что-то ставила на этот случай, если... Да-да-да. Я понял. Тогда добегаем волком. Ну, в принципе, в пещере будем драться. Кстати, это хорошо.
Потом у нас будет огр в пещере. Финальный босс, благо, не под солнцем. Да, там только под солнцем один этот, до которого лететь надо. Угу. О, напомнила, слушай, прям, да. Да, кстати. А что ты 38-я? А-а-а. Копью. Ну что, да. Готово? Да. Поехали. Не, ну это жесть. Да, усиливает аж целое ничего. Не, меня усиливает, кстати, сильно. Хотя разбойник это помойка для арбалета. Что-то он меня захейтил. Все? Да, все. Я бы сказал, что требуется хил, но не буду, потому что грустно будет. Да, мне тоже грустно. Захейтил прям, да, хейтер. Соси. Поздравляю, мы станем сейчас волосатой жопкой. Медведь. М? Медведь. Да. 600 костей. Тыщишку. Сюда, наверное, поставлю. Вот это надо выкинуть. А как? О, не знаю, не выкидывается. Ну и ладно. Ну-ка, шейп 4. Бам. Раз синхрон. Да-да-да. Два синхрон. Ну, волк, конечно... Ой, Оль, Оль, погодь, погодь, погодь. Оль, держи. Мы все-таки на улицу выходим. Ага, до шапки вышли. Угу. Ну да, медведь оказался простой. Ну, мы сильные просто. Но, кстати, мы сейчас, по сути, максимально сильные. Дальше только железо. Ага. Верно, верно. То самое железо. Которое в одном единственном месте находится. Ой, ребят, вы себе даже не можете представить, что там с железом. Ой, да. Ну, кто-то может. Ну, железо это просто не труба. Только лишь все. Да, это труба. Мы посмотрели, на самом деле, железо это прям такой кошмар. Ужас. Золотые цепочки. Там же. Ну вот, я вот думаю просто, что жестче, золотые цепочки собирать или все-таки же... Ну, наверное, все-таки золотые цепочки пожестче. Да. Но к золотым цепочкам мы будем хотя бы посильней, с другой стороны. А тут прям жопа. Слушай, ну нам надо бумагу добивать, хочу тебе сказать. Надо боссов добивать оставшихся. Потому что, помнишь же, перед тем, как выйти в железо, нам нужно забумажиться по максимуму. Надо грабануть какой-нибудь бумажный завод, я не знаю. Ну, вот тут есть бумажный завод. Ну, я вот где-то сейчас убиваю.
Движение. А, не, ну в принципе окей. Перезарядка навыка движения в целом. Вот шанс крит удара для следующей атаки ближнего боя. Видите, ребят, почему разбойник в первую очередь для воина? И какаха для арбалета. Потому что 100% крит для кого? Правильно, для ближнего боя. В особенности под этой штукой вы получаете 2 крита халявных. Круто, круто. Шанс снять броню цели при крит ударе плюс 50%. То есть на 90 уровне там жестко идет. Для ближнего боя опять-таки. Так, а бумага где моя? Это не бумага. О, да, бумага. У меня проблемы. Какие? Да, Тристан у меня спрашивает, у тебя какие-то проблемы? Я говорю, да. Тристан? Может быть, это, да? Нет? Не справимся? Если я его натравлю на... Голема. Ага. Ага. А еще мне нужно будет подойти, закрыть окно и убить огромного навеянного канала. Это серьезная заявка, да? Неизвестно, кто еще сложнее, Камар или Тристан. Вот блин! Опять из-за этого я не к тебе пошел. Ну ты поняла почему. Да. Я стараюсь бежать к тебе. Ага. Давай, иду уже. Нет, Големчик! Он умер. Он умер. И Тристан отспавнился от меня. Да ладно. Вот главное, когда не нужно, он бегает по 100-500 миллионов да. километров за тобой. Когда мы Лидию били, он просто ужас. И где Дристун этот? Да, дальше, по дороге. Ага, вижу. Он сказал, что я помойка. Спасибо, спасибо, спасибо. Я знала. Что такое? Я что-то рядом килилась. Ну ты же уже вылечилась. Ну, относительно полностью. Блин, началось. Не, ну вот это вот я уже не знаю, как выигрывать. Он начал прыгать сильно. Пошли кластерные бомбы, да? Нет, арбалет. С огненными стрелами. Ну вот. Залпалый огонь. Не, боюсь, что Тристан слишком жесткий. Его и на 60-м будет непросто убивать. Все, пошли гранаты, Оль. Кластерные, да. У меня 1 хп. Во мне стрела. Ладно, я пока полежу. Чуть-чуть. Не стоит. Не стоит. Полежу. Пойду закрою. Хорошо. Хорошо, да. В помещении фриз, кстати, работает. Да. Фиг ли мы ее убиваем? Мы забумажились, ребят. Мы пошли за бумагой. Мы просто пошли за бумагой. Слушай, а пробьется через текстуры? Пробьет дерево рядом? Может. Наверное.
Нет. Не. Удивительно, кстати. Я ожидал, что пробьет. Комарюку я не нашла. Не нашла? Зато он найдет тебя, когда придет время. Ну, такая махина, да, конечно. А большие, кстати, не кусаются. Ну, очень любят лезть куда не нужно. Да. Помните, грубых ниток нашла больше, чем нужно. Грубых ниток нашла больше, чем думала. Да, кстати, грубых нидок прям большое количество. А они нам нужны? Ну да, значит, я. В былые времена они бы нам, ух, как нужны были. Мы даже отдельного приняли свои ряды только для того, чтобы он ходил за книгами. Ой, за, не за книгами, а за этими. За нитками. Есть нитка, кто покушать? Да, есть. Выбирай. 46%, например, хочешь? Бери. Там, не знаю, вояк, ага, не вояк. Ага, ага. Взяла, проверю. Проверил. Вояка, да, 46%. Смогу? Да, кстати. То есть, когда воскрешает, хотя хоть что-то в этой игре, да, сделали? Все. Ты теперь 46% вояка, поздравляю. Ура. Ой, а ты отвар кровавой розы, да, изучила? Там два штуки. И ассортимент живописи, да. А еще ассортимент ваз Авгур у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 предметов у нас осталось, Оль. Давай дофармим. Вот серьезно. Это не так много. В принципе, бумага фармится плюс-минус неплохо. Я бы... фармится только с этих, с убитых. С ящиков же фармится. С убитых тоже падает. Ну вот, видишь. Поэтому неплохо, неплохо. Мана тоже неплохо фармится, да. Так что пойдем дособираем все-таки бумагу. Вот тут бумага должна быть. Все, идем собирать бумагу. Я стоял на месте. Лучник промазал, хотя я стоял на месте. Прекрасные лучники. А можно все противники так будут? Мне понравилось. А можно мышка тоже будет так? Да-да-да. Есть каменные украшения? По-моему, есть. Не могу сказать. Есть каменные горгульи. Возможно, это они. Ну, в любом случае, принеси, посмотри. Да-да, не... нет-нет. Если нет, есть, то я думаю... Есть, она моя решение. Есть, да. Кстати, целый этот обыскал, а бумаги, по-моему, только ноль нашел. Да ладно. Со всего лагеря ноль. Только нахвалил, как классно бумага добывается. Ага, ага. Держи в курсе. Понял. Ну-ка, еще один бумажный лагерь. Не, все-таки у Литки
ползают очень быстро. Но я имел в виду способность Лиды, она сильная. Или как там ее, Лилька зовут? Лилит ее зовут? Мастерской, по-моему, нет. Есть... У нас пол, по-моему, есть. Пол кузницы у нас есть. Я нашла мастерскую стену. Хорошо. Нам осталось всего 7 штук, поэтому мы сейчас добиваем, и в следующей серии мы уже... Что будем делать? Плакать. Да, Оль, именно это я и хотел сказать. На полном серьезе. Я думал, ты сейчас скажешь, что конкретно мы будем, а я хотел сказать то, что будем плакать. И это правда. Мы скорее всего, пойдем болеть человека, который заведует железом, а потом пойдем за этим самым железом. В любом случае, мы будем рыдать, ребят. Да. Кровавыми, причем, слезами. Поймете потом почему. А я открою пока что-нибудь. Не открывал. Понял. Пол алхимика. Хорошо, повезло. Повезло, повезло. Потому что у меня есть тень. Я понял. Открывай тогда. Открывай. Уловил. Книжку уловил. Давай. О, стены мастерской. Что еще будет? Колодец. На еще бумагу. Стулья. Самое важное, что можно лучше. Мне кажется, копье выпадет последним. Последним, да. Я тоже так думаю. Я вот скажу тебе честно, я просто поражен тому, что нам повезло на арбалет. Шок. Ой, Оль, тебе не надо попить? Ну что, там невкусный? Невкусный, но просто у меня-то остался литр, и я подумал, что у тебя, наверное, тоже мало. Я успела попить. Успела попить? Нет. У меня 5. А, ну все. 5. Забирай все равно. Ты хочешь сюда ворваться? То есть ты предлагаешь грохнуть этого мужчину? Ну, в целом, нам по силам. Только для этого нужно что? Правильно. Мышка. Мышка? И это мышка. Ты называешь мышка? Порычать и зайти. Порычать и зайти, хорошо. Что нужно держать в тени, чтобы не горело? В смысле? Ну... А, я понял. Мне кажется, жопой можно. Можно, чтобы жопа была снаружи. Не понимаю, по-моему. Привет, такая... привет, ребят, привет, добро пожаловать. Сквады? А не с кем сквадиться. Но у нас есть на трово еще товарищ, это Шикал. Больше некого. Это Мопса, к сожалению, не хочет на трово переходить. Хотя, не знаю, надо будет спросить у Поповилы, может быть, перейдет. Все, у нас оплот разбойников, ребят. Мы в прошлый раз взрывчатку делали, но можно без взрывчатки здесь ворваться. Попробуем добраться до босса и обосраться, правильно? И не сгореть. Но вообще-то далеко у нас спаун. А он жесткий парень. Давай поставим, правда. Давай поставим, и тогда в железо уже в следующей серии выйдем. Можно на вершине вот этой штуки поставить точно. Камень. Камня нету? Да, я не собиралась вообще. У меня 18 камней, но это мало. Нет, там надо 100. Блин. 180. Сейчас где-нибудь возьмем. Давай, может быть, в лагере найдем. Сейчас, раз, два. Эть! Все, хорошо. Все, сейчас надо изучить этот лагерь. Аккуратно только надо.
Я прикрою. Пледиком. А. Белым покрывалом внутри. Ага. Человек меня подсосал. Ну к чему-то подсосалось. Ой, камень, смотри. По 3 штуки. А-а-а. У меня 26 уже. Хорошо. Ну, когда-нибудь и собираем. Возможно, он 20 и собираем. Босс там на арене все понаразрушает, и после его убийства мы понасобираем. Да. Что примечательно, лучницы только девочки. И все они разбойники. И все разбойницы, да. Постоянная группа для райзинга зомбоида, было бы здорово на всех сразу смотреть. Так не все же стримят. А если и будут стримить, то ну, крайне редко. Вон, есть тот же Финик, который вроде попытался и что-то как-то сдувся, молясь. Сорок камня. Ого. Ну, еще 150. Ого. У меня есть 4. Разные экраны, если через Discord, соответственно, трансли, но это проблематично будет. Ты горишь немножко. Да, я сюда. А ну же, бежим остановка. Ну, они уже есть. Ладно, продолжаем двигаться. Непростая эта задача, не сгореть на работе. Здесь, если бежать... Бандерская работа еще сложнее. Ух. Куда бежать? Я едва-едва нашел это место, где я не сгорю. Ага. То есть мне можно, в принципе, туда не идти, да? Тут туда. Ну тут жестко достаточно. Но с другой стороны, бомбардира уже убил здесь. Ой-ой-ой, лучница как по мне попала. Тебя там кто-то пытается оглушить. Да, у него получается. Один с щитом, другой просто истинный выход. Поддержка с воздуха, вот. Да. Это все, что я могу. А он к тебе. О-о-о. Ну вот видишь, тактика какая. Галактическая. Если честно, так себе думаешь. Бумаги падают. Я ожидал больше. Согласен. А нам потом еще нужно будет 1 000 000 свитков. И 1500 этих. Ой, какие 1500? 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда, да. Так, я выпью отвар сопротивления солнцу. У тебя есть? Да. Хорошо.